ориентировочно в 19 часов трое в камуфляже с оружием автоматическим и человек 8-10 в гражданском проникли на территорию станции и в НРП повредили оптиковолоконные там пачкорды, порезали. В результате львиная доля всех связей, которые есть в городе, остановились. На сегодняшний момент, на сейчас, уже начали мы восстановительные работы. Восстановили, наверное, 50% направления внутри городских. Сейчас уже появилась выход на спецслужбы. Вот. К сожалению, междугородка еще не заработала. Ну, занимаемся восстановлением. Ориентировочно еще полчаса-час. Интернет работает? Нет. Интернет не работает. Ну, опять же, у меня есть информация, что даже после того, как мы здесь восстановим, скорее всего, не будет. Потому что повреждения где-то за Севастополем. То есть весь Крым без связи? Да, насколько я знаю, по всему Крыму нет интернета.